ладно. Добрый день, друзья. Едем с работы. В машине нас 5 человек. Примерно каждый в среднем по 100 килограмм. То есть 500 килограмм в машине, пятидверка. Давление 2 атмосферы. И будем заезжать, вот если налево посмотреть, вон в ту гору. То есть через снег. Ночью у нас шел дождь, то есть грунт у нас сырой. Сразу пониженную включу. Вторая пониженная. Здесь вот диагональ начинается, проедем здесь. Не, я не блокируюсь, дифференциал блокировать не буду. Так как у меня стоит три самоблока, в раздатке тоже установлен самоблок. Попробуем проехать. Летом сюда заезжаем, в принципе нормально, но сейчас так как подтаяло все, я думаю будет интересно. Напомню, в машине 5 человек. Вот здесь уже начинается подъем небольшой. Но мне кажется, легко будет. Около подъема остановимся и тронемся именно с подъема. Так, третья пониженная не едет. Так, вторая пониженная тоже тяжело. Вот отсюда останавливаемся, подъем, первая пониженная, не блокируем. Первая пониженная, 4500 оборотов. Не хотит, мало у нас инерции. А назад машина катится прикольно. Тормоза не помогают, АБС работает. Вообще тормозов нет. Так, поедем со второй пониженной, но разгазуем. Хрен наны. Не хватит. Нет. Тогда что делаем? Первая пониженная в отсечку. Ну, как обычно, заезжаем. Катимся на задний. Все-таки, наверное, вес решает, да? Наверное, да. Сейчас вот по этому следу попробуем. Назад катиться надо, задний включился, ноги убрал сцепление и качество на скорости. Вот такой примерно подъем был, спуск. Интересно. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.